Всем привет, народ. Значит, возвращаемся, врываемся на Ютапчик. Обратно после такого длительного перерыва, так сказать, подобновился, чуть-чуть подобновил систему. Сейчас в ходе прохождения расскажу, то есть продолжаем Kingdom Come Deliverance. Ой, господи, моя дикция. Продолжаем прохождение. И в ходе прохождения я потихоньку еще буду рассказывать какие-то определенные новости, которые произошли, так сказать, за этот период. Подобновил систему немножко, обновил процессор, материнку, ну, по стандарту, кроме видеокарты, потому что, сами понимаете, цена заоблачная, тяжело очень это сделать пока что. Вот, но, как говорится, в планах пока. Пока только в планах осталось. Вот, решил вернуться именно к этой игре, потому что ее не закончил. 35 миллиметров у меня там записано и выложено полное прохождение. Естественно, хочется допройти эту игру, потому что она мне показалась вообще средневека, игры средневековья с рыцарским сюжетом мне достаточно сильно нравится, поэтому решил к ней вернуться. Вот. Так, в принципе, ничего нового. Там немного оформления, но люди, которые подписаны, я думаю, уже видели, если вообще видели. Ну, точнее, если смотрят, следят, то они, естественно, видели. Дай пройду. Я думаю, я давно ничего не укладывал, поэтому вряд ли. Вот, значит, мы закончили на том, что меня отправляют в игре по сюжету. По сюжету меня отправляют за снаряжением, которое я только что получил, и отправиться в дневной дозор, так сказать. Ссылочка к фильму была. Дневной дозор. С Соловьем в церкви, ну и по городу. В принципе, думаю еще сменить формат видео немножко, потому что такие большие летсплеи, вот как были предыдущие, допустим, по этой же игре, мне кажется, не очень интересно людям, потому что сидеть смотреть полуторачасовые, двухчасовые видео не очень зайдут. Поэтому думаю, либо сделать нарезки с основными сюжетными моментами, либо делать, оставить все так же, но вырезать какие-то мелкие затупы, допустим, чтобы этого не было. Вот я пока не знаю, как это лучше преподнести. Думаю, наверное, к первому варианту я обращусь, вернусь и на нем так и буду делать. А так, в принципе, хочется все-таки продолжить и уже закончить эту игру, на самом деле. Потому что игра интересная, объемная, как мне кажется. И по поводу, кстати, сюжета, я, наверное, доп. Задания второстепенные я проходить не буду. Либо их в конце отдельно пройду, либо просто забью, чисто сюжетку выложу и все, потому что очень много времени занимает. Несмотря на то, что я вот самый первый раз я заходил в игру еще на старой системе. Там, естественно, записывать было тяжело. Заходил, проходил. Играть было, на самом деле, тяжело, потому что подлагивало все это, тормозило. Второй раз, естественно, я делал это записью. Там уже было чуть больше оперативы. Компьютер немного другой. Тем не менее, даже под запись там были затупы и прочее. Было не очень удобно это все показывать. Сейчас же как бы подобновился, но тем не менее хочется растягивать эту игру вот прям на серию там миллиона роликов и прочее. Поэтому я вот и думаю сменить формат, во-первых, чтобы ролики были покороче, поинтереснее, и во-вторых, закончить игру уже в целом ее, чтобы она растянулась не на 50 роликов там, а максимум штук на 10, потому что сюжета здесь много. То есть 26 часов я отыграл за 3 попытки начать ее и допройти, и за эти 3 попытки, наверное, дальше всего я ушел примерно вот до сюда. Да, я проходил чуть дальше, естественно, без записи, но тем не менее, по-моему, вот до сюда я дошел. Очень долго, то есть я, в общем, в сложности 26 часов сыграл, из них где-то часов 13-15, то есть я дошел вот до сюда прям с самого нуля, с самого начала, вот как со скалицы начинается это все, с первого, как в первом ролике, во втором и третьем, и вот до сюда вот добрел я. Ты в этом явился на службу? Мне больше делать нечего. С вилами ты и то бы был страшнее. Сходи сперва за снаряжением. А, я не одел снаряжение. Все, извиняюсь. Я забыл совсем. Так. Доспех. Бациент у меня и так есть. Стеганый койф тоже есть. В принципе, это можно будет продать, если не дубликаты дали. Можно будет и продать. А, дубина мне нужна, да? Меча у меня нет пока. Стрелы, лук. Ну и все, в принципе. Все, погнали. Тебе дали снаряжение? Ну да. Я Соловей. Это тебе привезла на телеге девчонка с мельницы. Да, это Тереза? Да, она меня спасла. Вернулась с сотником Бориком и его рыцарями. Вот ведь героическая девочка. Да у нее яйца больше, чем у многих мужиков. Скажи мне, ты ее отблагодарил? Ну, я сказал спасибо. Думаешь, это достаточно? В лучший момент навести-ка ее. Почему ты решил служить Рихтержу? Так, я подумал, надо играть определенную, так сказать, какой-то роли придерживаться. То есть, либо зло отвечать, ну, агрессивно на таких диалогах, либо адекватно, ну, как полагается рыцарю, так сказать, в то время. Я, наверное, второго варианта придержусь. Не хочу бить баклуши, когда другие заняты достойным делом. Нетерпелив ты больно, парень. Пойдем, Индра. Надо обойти город, а затем проверить корчму и убедиться, что они вечером закрываются. Я готов. Не забывай, что я к тебе присматриваюсь и с Божьей помощью чему-то научу. Так что будь паинькой. И не балуй меня тут. Пойдем. Ну, пойдем. Это костел Святого Матфея. Это не только дом Божий, но и место покоя наших господ, панов из Липы. Могильщик живет рядом за углом, и священник тоже. Наш приходской священник. Ох, неуместно дурно отзываться о слугах Божьих. Это наша ратуша, высокая, да? Короче, он приводит нам экскурсию. Небольшую рассказывает, где живет и что где находится. Это тюрьма. Есть свой палач, который не живет в городе. Он живет у висельного холма по ту сторону ручья. А, у которого кольцо забирали как раз, получается. Тут живет кузнец. Да, он нам проводит экскурсию. Мы в дозоре с ним ходим. К вечеру надо будет закрыть корчму, как он сказал, и следить за порядком. Что за черт? Решить спор оружейника и нищенки. Ага. Бронник недоволен. О чем шумите? Хватит тут беспорядки учинять. Ты вовремя. Эта грязная поберушка думает. Меня зовут Яна. Да кого волнует твое имя? Эта грязная нищенка считает, что может сидеть и вонять перед моей лавкой. Прогони ее. Может быть, тебе не обязательно сидеть именно здесь? Обязательно. Почему? Меня отовсюду гонит. Я же не могу ходить день и ночь. Ну, логично. Что здесь происходит? Это моя лавка. И нищие мне на пороге не нужны. Пусть побирается на площадь. Там она никому не помешает. У прохожих там тьма. Заботливый броник. Блин. Прояви христианское милосердие, оружейник. Что? Ты знаешь, сколько милостынь я раздаю? Даже этой ведьме вчера дал. Это правда? Может да, а может и нет. Получал вчера подаяние? Да. От него? Не знаю. Но даже если и так, это было вчера. А сегодня мой живот опять сводит от голода. Верно. Тебе-то откуда знать? Дадим грош нищим. Я не помню, что я в прошлом прохождении выбирал, когда один проходил. Но, по-моему, я то же самое выбрал. Что будет, когда он придет завтра? Снова дашь ей гроши. С ним так нельзя. Подай они раз, и потом ты от них не отвяжешься. Все может быть. Ну, ладно. А грош, сколько я грошей? 110. Я не помню, сколько у меня было. Я надеюсь, то, что я один грош дал, и пусть идет в другое место. По-моему, я в прошлый раз заставлял его подать ей, типа, еще раз. Мне тоже не важно, в принципе. Та еще дыра, но все равно скажет спасибо пану Гану, что зажиточных горожане вообще не люблю. Теперь нас тут и им не слишком довольны. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. Общий прапрапрадед. Enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Ян Ежик по прозвищу Птичка. Так, идем дальше, значит. В игре, вот лично мне в этой вот конкретной игре нравится очень боевая система, то есть как она реализована, достаточно качественно в плане механики, вот этих всех уворотов, блоков, контратак, это очень круто. Альтернативу приводить не буду, где еще, в принципе, такое есть или было, но для своего года, когда она вышла, хорошо, плюс графика, то есть все это в целом неплохо. На моей системе, даже здесь 50 Ti с видеокартой, 60 FPS я спокойно хожу, плюс еще и записываю к тому же. Лавка пекаря. Вольфрам Пруда. Вольфрам Пруда. У него дочь красавица, он меня бережет, словно сторожевой пес. Слышал, что бедная девица проводит все дни дома взаперти. Да, кстати. Выпуск-то новогодний, получается, будет. Я его снимаю прям уже вечером, 31-го. И выпущу его, наверное, сегодня. Выложу. Поэтому в конце, наверное, будет небольшое поздравление с наступающим. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me, us, everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. Она пилушка прямо здесь на рыночной площади, а другая рядом с воротами. Да, кстати, хотел пораньше чуть начать, то есть продолжить записывать ролики. по Kingdom Come, но обстоятельства жизненно так сложились, к сожалению, что не получилось. Вот сейчас поэтому начинаю. Плюс я поснял еще по одной игрушке материала, потом сделаю ролик тоже по ней. Поэтому все будет, все делается. А, гнездо, да? Ладно, потом к нему вернусь. Это кузня. Кузнеца нынче проблема, он не работает, но его подмастерье справно его заменяет. Я слышал, ты тоже был подмастерьем кузнеца. Вы можете подсобить, если понадобится. Мы? Так он. Ну ты и твой наставник, или отец, или у кого там. Но... Что, парень? Мой отец был кузнецом, он погиб в Скалице. А, прости, я не знал. Ничего, спасибо. Мой старик тоже недавно умер. Просто от старости. Это не то же самое, но я понимаю, каково тебе. Так, а тут что у нас? Корчма, да? Получается. Ратаевская вотчина довольно велика. Наши земли начинаются от города и тянутся вдоль реки Сазавы до самой Кухельницы. Есть еще висельный холм, вокруг него полно крестьянских хозяйств. Нойхов, Мархоена, Пан Смил, главный конюший Пан Иваныш, и самый лучший его вассал. Наверное, для пришло это все слишком сложно. Тут один пан, там другой, тут такие привилегии, там это такое право. Ну да, на самом деле, сложновато. Знать всех панов было тогда. Понимать, кто перед тобой стоит, и как к ним обращаться. Хотя я бы не сказал, что сейчас по-другому. Особенно, когда у нас развелось так много этих специальностей, должностей, тоже каких-то статусов социальных и прочее, поэтому тогда это еще мелочи, наверное, были. Но для тех людей, я думаю, было тяжеловато, особенно для тех, кто начинал только узнавать об этом всем. Так, сколько же нам ходить-то? А здесь и не могут Милсон просить? Сегодня все тихо. Мой мир. Он еще не пришел. Так, понятно. И где же он может быть? Не знаю. Не знаешь, значит. Так вот, что я тебе скажу. Когда Рихтерш узнает, что мой мир отлынивает, ему крепко влетит. Ты ведь его друг, да? Ты же не хочешь, чтобы ему досталось? Нет. Так что давай с этим разберусь я, чтобы до Рихтаржа не дошло. Ну, да, ладно. Так где он? В корчме. Его мучила жажда, и он... Пошел выпить пиво. Пойдем, Индра, найдем этого лодыря. Ты с ним серьезно поговоришь. Почему я с ним должен говорить серьезно? Почему не ты? А вот он, да? Какого хера ты тут прохлаждаешься? Ты должен быть на... Он уже поднял жопу и вернулся на пост. Я... А ну захлопни, шевелись. Твое счастье, что об этом узнал я, а не Рихтарш. Или, боже упаси, сотник Бернард. Вон отсюда. Чел бы решил, сел просто такое пиво. На стражника орут, он такое пиво. Иди, садись. Так, что мы будем делать в секрете сейчас, да? Стоп, что это такое у нас? Место для... А, я понял. Ух, я зол на этого болвана. И я тоже, ленивая скотина. Да не то слово, у нас сейчас каждая пара глаз на счету. Того и гляди, нагрянут половцы. Ладно, довольно об этом. Не стоит тратить на это весь день. Слушай, раз мы все равно тусиним, может, сыграем? Ну давай, ладно. Так, а как вот играть? Что тут у нас? 2 тройки, 2 четверки, 5 и 6, да? Отложить? Нет, не надо откладывать. Вот это мы отложим, вот это кость отложим. И вот эти вот отложим. Так, давай посмотрим очки, которые должны выбросить. Текущие набранные. Частный итог раунда. Общее значение для помеченных костей. Таблица оппонента. Единичка приносит 100 очков. Пятерка приносит 50 очков. 3 одинаковых кости 100. Умножить на их значение. То есть 4. 3 четверки это 400. Ага. То есть каждая по сотке умножить на значение кости. 3 единицы приносит 1000. Неплохо. 4 или больше одинаково приносит как 3×2. Угу. Не понял. Все, дошло. Нет, тройки уберем, четверки оставим, наверное, получается. А что такое? Почему? Почему я пропустить могу, а записать счет и бросить снова? Что это? Почему не могу записать счет и бросить снова? Ладно. Допустим, пропустим. Единичка, 3 пятерки. Блин, круто. А, я походу надо было еще раз нажать, а я не нажал, да? Единичка, 2 пятерки. Вот так. А, не, вот теперь могу записать и брать счет. Да, вот так-то. В первый почему-то не мог. Странно очень. Ну давай еще единичку. Пойдет. Пятерка, 3 тройки у него, блин. А, и все, да? Окей. Ой, хорошо, прям. 3 двойки. Попробовать, блин. Попробовать единицы выбросить еще. Рискну, давай. Чтобы больше единиц было, хочу 1000. Не прокатило, да? Хм. Ну давай так. А я не могу, да, уже? 5, блин, могу. Что за бред? Ладно, давай так еще раз бросим. Надо единицу. О, единичка выпала. Нет, неудача, я понял. Я просрался. У меня уже 1000. Еще одна единица. Неудача. Ха, лох. Смотри и учись. Ну блин, ну где единица? О, единица есть. Отлично. Еще разок попробую. Можно было так-то записать на самом деле, потому что... А, не... О. Вот это да. Вот так делаем. 5 хат. Отлично. Блин, у него 3 единицы сразу выпало. Ну, бредятина. Я проиграл. Неважно. Проигрывать тоже надо уметь, как говорится. Угу. Мы поиграли уже вечер. Вот еще одно дело. На сегодня и все. Прозвонить конец дня и закрыть корчму. А не рановато ли? Не знаю, как было принято ласкалиться, но Ратая мы закрываем в этот час. Разве что, когда ярмарка или праздник, тогда мы не закрываем вообще. Понятно. Я пойду позвоню в колокол? Да, сходи. Колокол висит возле ратуши, прозвони трижды, потом отправляйся в корчму на рыночной площади и проследи, чтобы корчмарь запер ее. Понял, сделаю. Да, пока я не забыл. В Ратай запрещено по ночам ходить без факела. Вот, держи. У меня есть факел, это... Мне еще один дал. Два факела, понял. Так, мне надо колокол, да, позвонить. Ладно, не буду быстро перемещаться, добегу так. Кстати, я пока проходил, ну, естественно, обновляя систему, я забыл сказать, что все сейвы и прочее у меня удалились. Естественно, остались, по-моему, только последний сейв, где я один проходил чуть дальше, чем там, где я на стриме, ой, на ролике остановился. Поэтому я заново все прошел до этого момента, вот, до с которого начал ролик, до момента, как спускаюсь с лестницы из ратуши. Вот. Перки, естественно, я брать буду, ну, другие, наверное, потому что то я повторить уже точно не смогу, там надо все это пересматривать, вспоминать. Вот, поэтому, если что, уж извините, пришлось перепройти до момента, где я закончил, самым максимально быстрым способом. То есть я там за день, грубо говоря, прошел до этого момента и оставил для записи дальше. Вот. Все уменьшения характеристик после выхода из тюрьмы будут слабее на 20%. Но в тюрьму я не собираюсь. Лечит время, в течение которого вы можете обходиться без сна. Ваш уровень энергии снижается на четверть медленнее. Блин, это хороший перк. Выросли в бедности, так что удобная постель вам не нравится. Блин, вот тут спорно. Оно может быть сейчас и нужно, но потом оно будет бесполезно, если я буду в каких-нибудь там покоях спать или еще что-то такое. Ну, типа, не знаю. Хотя можно взять, на самом деле, можно. У меня сколько очков вообще? Где посмотреть? А, одно очко у меня. Это что такое? Текущий уровень 4. Очки у меня не одно, да. Одно очко у меня. Шурнослив станет восстанавливаться на 20% быстрее ночью, но на 10% медленнее днем. Не надо. Твое обаяние усиливается на 50% при разговоре с женщиной, если ты в грязи. Это не надо. Вы можете на 30% дольше продержаться без пищи, но голод скрутит вас на 20% сильнее. Вот это, кстати, можно, потому что я слежу, в принципе, за пищей, и еды у меня навалом. Но я возьму бессонницу. Да, возьмем бессонницу. Вот в силе есть еще навык. Перенос трупов людей без сознания не тратит ваши носы. Ага, мастер клинча. Увеличить вероятность победить против в клинче. Можете нести на 15 фунтов больше. Вот я клинч, наверное, возьму. Потому что я знаю, что скоро надо будет драться. Поэтому падение нанесет на 30% меньше урона. Но тут выбор небольшой, поэтому я, наверное, не буду оставлять эти очки навыков. Бой мечом еще. Удар гнева. Левый, правый, нижний, центр. Комбинация. Ой, вот это да, вот это круто в этой игре, то что ты, блин, как в Mortal Kombat фаталити, то есть ты можешь сам комбинации изучать и использовать их, ну, если помнишь, естественно. Так, удар тупым концом. Начинается это, да? Удар, давай удар гнева я изучу. Это левый, правый, нижний и колющий. Угу. Навыки, эффекты, репутация. Ровно. Ратай 52. Угу. Пьянство у меня скоро прокачается. Это круто. Самый нужный навык. Карманная кража. Блин, это все качать надо, конечно, круто. Очень много всего. факел надо будет продать. Лук бы где продать, мне ненужный. Доспехи, кстати, надо будет продать тоже. Лишний теперь. Доспех я один порубал, который сломался. Погнали дальше. Навыки я изучил. Колокол. Блин, как далеко. Колокол в ратуши, да, находится рядом там. О, пангануш. Думаю, насчет оружия, чтобы выбрать из оружия, в смысле, в будущем. Лук по-любому, понятное дело. Ну вот, блин, не знаю, одноручный со щитом или двуручный меч взять. Вот он, колокол. Так, и надо вернуться в корчму теперь. Вернуться и закрыть. Lend money to Ken. It's always a nuisance. That's just what I said to him. Oh, how do you take that? Блин, живая игра, тут даже NPC между собой болтают, ходят, что-то там просят, узнают. Ну, то есть живет игра, видно, помимо тебя, то есть вне зависимости от того. Ну, как сказать, не только от тебя, то есть игра зависит, а в целом сама по себе живет отдельно от тебя тоже. He dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we could see that this wasn't going to end well. So Sir Peter and I rode off to look for the good cannon on his pig. They do find him. We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and planets. I toast, gentlemen, to pigs and planets. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to... Buyers around. I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my ass. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Ratai. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No, then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. Наглый пан, которого я, кстати, победил. И в боях на мечах, и в стрельбе из лука. Пьянчуги хотят драться, да? That'll show him. That'll teach you how to talk to your betters. You're weaker than knees, have you? Let him have it, Sir Hans. Teach that insolent cop a lesson. Служанка прям вовремя прошла. В итоге я его победил на язычах, потому что он пьянчуга. А вот и пан пришел. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to place... You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? Да, особенно если не умеешь пить. All your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Не, за что меня? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Так, ну и чё? Корчму мы. Ого. Я забыл, как факел-то достать. А, ну понятно, как достать. Его надо поменять для начала. Что там надо делать? Паном Птачек отправиться с ним на охоту. Ну не ночью уж, наверное, я пойду к своим ребятам. Это что такое лагерь? Ну, я вот так тут сделаю, тогда просто. Я оттуда в лагере добегу просто. Все. Я, в принципе, прям тут же могу, да? Да, должно сохраниться. Погнали до утра. Все, хватит сторожить. Угу, до 6 часов. Турнир. Не хочу на турнир. Зачем мне там? Там очень сильные люди будут, наверное. Я только начал. Бросить в котелок. Так, что я могу бросить в котелок? Ничего не могу бросить в котелок. И приготовить я ничего не могу. Поесть могу хоть? Да, могу. 93 сытости. Надо еще еды где-то набрать будет. Ну, купить, точнее, букалейщик, наверное. Или у пекаря. Там рогалики будут, наверное, у пекаря. Вот у него можно взять сейчас. Умыться. Все, с утра поели. Умылись. А пока еще нет никого, я понял. Погнали тогда по заданию. Скворечник наземный для птичек. Понятно. Так, в стрельбище никого. Это тут? Пангану ж тут. Рано, что ли, придется ждать. Бернард. А, вот Птачека, лошадь. А, вот он. Как я его не увидел. Охота. Вот и я. Я счастлив. Лошадь-то у тебя есть? Нету, пан. Откуда такого, как я, лошадь? И то верно. Разве что упряжная. Что ж, будешь трусить за мной, как добрый пес. Ах ты, скот. Мы соглашаемся. Как отменные терпила, мы соглашаемся. Ничего страшного, пробежимся. Давай, погнали, веди меня. Курица в бадье. О, ничего себе. Курица застряла. Надо запомнить и не умываться с той бадьи больше. Ну и что? Чем мы стали? Дальше. О, пойдем дальше. Быстрее, конец. Я вообще-то быстрее тебя бегу. Быстрее твоей лошади. Дряхлый, блин, еще дождь пошел. Еще того случая в пивной. Да, пан? Гануш был прав. Не надо держать себя иначе. Более благородно. Но это не значит, что ты был прав. Ты не должен выкидывать на пана скороченные уже владения. Да, я просто... Что? Говори, не бойся, я не кусаюсь. Да просто раньше на ресталище вы такого наговорили, пан, я огорчился. А, мне просто нравится подразнивать новобранцев, но и ты меня задел за живое. Ты дерзил сотнику Бернарду, а они взяли тебя на службу. Когда я веду себя безрассудно, даже если защищаю свою честь, то Гануш меня отчитывает и наказывает. Угу, чуть осталось. Здесь лагерь наверху уже. Так, я в лагере. А где друг? Я думал его переместить сюда. Даже где Птачек. Ё-моё, ну понятно. Что тут у нас есть? О, лук. Стрелы я заберу, все стрелы. Тесак, кстати, заберу. И улучшено охотничьим стрелам. Сухофрукты, грибы, сушеное мясо. Лук не буду. Хотя... Блин. Сколько у меня... Ну, у меня мало осталось веса. Ну, так 74... 75 килограмм. Практически веса. Не знаю, надо ли его брать. Он 3 занимает. Ну давай, ладно, заберу. Так, что там у нас? 30 охотничьих, улучшенные, дальнобойные. Дальнобойный урона больше. Я тогда охотничьи поставлю пока что. И с ним крестьянский лук, кстати, 2 штуки уже надо продать, их будет. Тесак вместо дубины. Так, что мы ждем? 2 часа ждем. Ага, вот он. Слонина, где она? Ага. Блин, я ему вино отдал, которое у меня было, походу. Слонина, но я все равно у него их забрал. Все здесь. Ну, наконец-то. Солонина. Одно. Вино. Все. Вернись передачу. Ну как? Нравится тебе на охоте? Мы еще не охотились, как я могу ее оценить? Да-да-да, хотя мы ничего не добыли. Это не важно. Охота только предлог, чтобы на время выбраться из города. Постоянно нотации Гануша меня доводит до белого коленя. Ну, смотрите на него, устал он. Я не уверен, что справлюсь. Я тебе многого не потребую. Не путайся по ногами, подбирай то, что я подстрелю. Я смотрю, ты разговорился. Только что из тебя было клещами слова не вытащить. Так расскажи мне про Скальд. Я слышал, Сигизмунд вывел туда сотню воинов. Не хочу об этом говорить. Не хочу об этом говорить. Почему бы ты собаки? Мои спутники обязаны меня развлекать. Говори. Как прикажете, пан. Мы рассказываем историю, как мы сбежали и выжили. Молись святому Губерту. Святому Губерту? Ты не знаешь? Он покровитель охотников. Идем. Нет, я не знал. На самом-то деле. Сытость 81. Давай поедим, наверное. Неужели? Прославленный охотник нуждается в моей помощи? Ты же бы не осмелился смеяться, упаси боже, вельможный пан. Но раз ты бы хотел, холоп, встретимся здесь в полдень. У кого будет больше зайцев, тот и победил. Если тебе не из чего стрелять, то в лагере есть ящик со старым охотничьим снаряжением. Ни в чем себе не отказывай. Спасибо. Поздно уже копатель навоза. Ты не скинь надолго. Я знаю пару хороших охот и мест в этом лесу. Не хочу, чтобы ты подглядел. Ага, я все равно за тобой пойду. Нечестно, у него есть собаки. Так, что такое у нас тут? Это писарь. Короче, в полдень увидимся, да? Интересно, куда он побежит. Да, да, неплохо поболтали. Да, неплохо поболтали. Не обращай внимания, я не иду за тобой. Я просто смотрю. Ищу кроликов. А ты показывай, показывай мне. Что-то я ни одного кролика не увидел еще. А куда этот делся? нашел кого-то. Мой кролик. Да, точность, конечно, у меня. Теперь вижу. А, это нора кроличья, ничего себе. Вон, вижу ее. Блин, спугнул. Да, у меня небольшие проблемы с точностью. Блять. Это дерево, это не кролик. Понял. Так, а я могу максимально близко подползти? Со спины. Куда ты бежишь? Есть, я попал. Я двух попал. Мясо зайца, стрелы. Стрелу можно свою забрать даже. Охоту я. Качнул охоту. Живучесть. Так, густая кровь, вы медленно стекаете. Бежите медленнее, но значительно дольше. Скорость спринта уменьшается на 20%, но используется на 20% меньше выносливости. Не сочетается с умением спринтера. Блин, не понимаю смысл вот этого. Ты типа на 20%... Скорость спринта уменьшается, но используется на 20% меньше выносливости. Ты же расстояние то же самое пройдешь, если только убегать тебе от кого-то нужно. Типа выбежать быстрее туда-сюда. Ну, я понял. Я густую кровь прокачаю, кровотечение, чтобы меньше. Но... Не попал. Попал. Ага, все, я поймал. Следуй за Яном Птачеком. Ну. Вот, все, пошел. Хватит шипеть, иди давай. Опа. А, нет, это я собрал уже. Или это его вообще? Опа, сюда. Ой, у меня перевес. Надо выкинуть чуть-чуть кролика. А, я его еще и украл, да? Понял. На, забирай. Короче, понял, я могу, в принципе, прибежать уже туда же. Не ждать его, потому что пока он дойдет, хронометраж страшнее резиновый, брат, давай быстрее шагай. Я, кстати, не в лагерь, по-моему, иду, да? Или в лагерь? Не, в лагерь. Ждем пана Яна. Пан Ян. Угу. Сколько зайчат ты поймал? На, смотри. Я очень даже глядеть. Ты же спрашиваешь? Ты же за мной, ты там шел все время. Неплохо, я деревенскую конденсат. Так и вовсе хорошо. Боже, что за дерзость. Хлоп клянчит монетку пана. Говорю тебе, никогда я не был скупленнее. Будь по-твоему. Ваш холоп вас смиренно благодарит, господин мой. О, 100 грошей дали. Я его выиграл, честно. Охотничьем бою. Чё мы? Мы едем на охоту. А мы сейчас что делали? Не охотились, что ли? Мне бы куда-то деть это мясо зайца. Хотя нет, оно мало весит. Да, 0,2 всего весит. А, нет, не 0,2. 0,2 это одна, их 36. Ну, 7,2 весит. В принципе, все равно мало. Давай быстрей. Как же ты долго шагаешь, ужас. Тесак, ну уже более похоже на меч что-то. Дубина была до этого. Почему мы едем не по тропе? По кустам бы каким-то. Зачем ты сюда бежишь? Кстати, надо прокачаться сейчас, пока мы бежим. Красноречие прокачаем. Когда торгуете, теряете терпение, торгуйте с вами, вы получаете еще одну возможность сделать предложение. Блин, неплохо. Во время разговоров со значимыми богатыми людьми красноречие усилится на плюс 3 единицы. Не сочетается с умением простолюдин. То есть либо с простолюдином, либо со значимым мне будет хорошо. Вообще, я бы на самом деле для торговца бы взял, наверное, и возьму вот эту штуку. Чтобы торговаться можно было лучше. Ну, подольше. Плюс одна попытка торговли. А так-то их две, грубо говоря. Не то не всегда, иногда только одна. А это у меня плюс одна будет. Полезная вещь. Так, и чё тут? О, олени. Думаю, здесь кабаны. Делай все медленно и тихо, ясно? Ясно. Угу. И две собаки такие сидят. Да, кабан. Вы хотите его пострелять? Да, конечно, что такого? Вы его так не убьете. На кабанов ходят с копьями. Да неужели? Ты что, у нас ловчи теперь? Смотри, учись. А, видел? Ну не молодец. Молчать. Что-то там говорил про то, что кабана стрелой меня не убили. Засунься в слова. Куда? За ним. А то его. Пока не убьет. Да, мы догоним эту свинью. Блин, ну ты дурак совсем. Каким коням? У меня нет коня, я его не взял. Но... Загони кабана. Найди Яна Птачка. Ой, господи, куда ты убежал? Так мне кабана искать или этого дурака, который непонятно куда убежал? Не обязательное задание? Не, найти Яна Птачека задание, все, я понял. Кстати, вот тут вот дорогу надо проверить. Может он там где-то. Он же по дороге бежал, правильно? О, лагерь какой-то. Да, вон он привязан. Да, и чё, мне этих челов убить надо? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Заблокировал. Так, стамину надо отрегенить. Так. Так. Готово. Блин, второй бежит. Или там лучник. Щитом прикрывается. Ай, блин. Перк на клинч, конечно, полезен. Полезен. Он своего чувака убил. Ай-яй, нет, кровотечение. Стамина нет, кровотек. Ай, блин, ну не успеваю я жать. В клинче что-то. Я сейчас от кровотека умру просто. Блин, у меня столько времени дается. Просто до конца сейчас будем гнобить его. Ай-яй. Ой-ой-ой, вот это он дал мне. Блин, ну с тем челом, конечно, прикольно получилось. Его свой же лучник убил. А, да. Сначала бежать. Понял. Надо луком вначале как-то бить его. Сейчас мы найдем оружие. Нужно дальнобойное, у меня стрела получше. Ой, стрела получше. Да, ну, в целом дальнобойная получше из-за дамага. 30 больше. И попасть со стрелы с первой хотя бы разочек в лучник. Лучник жесткий какой-то. Даже пехотинец обычный не такой жесткий, как этот. Прям с двух ударов меня уложил нормально. У меня там кровотек был, может, этот кровотек умер на самом деле. Где он был? Я к дороге, по-моему, бежал. Он где-то там был, этот лагерь. Угу, вот он. Ага, разок попал. Ой, да он умер. С первого выстрела умер. Ай-яй. Сюда. Пошел ты. И добьем его. На тебе. Обобрать. Так, что у нас тут? Кожаные перчатки, которые, возможно, дорого стоят, да? Повязки я заберу. Половецкий лук я заберу точно. Ранящая стрела. Пойдет. Хлеб не буду брать. Ну и, в принципе, все, наверное, здесь. Хотя, погоди, у меня в доспехе 6-й уровень защиты, перчатки 5-й. Здесь 8-й уровень защиты, лучше его заберу. Кольчужный воротник 4, да? Да погоди, не ори там. Панский кольчужный воротник 6-й, да? У меня 4-й. Вот лучше его заберу. Так, перчатки 5-й. У меня 5-й тоже, все четко. Так, и мы оденем сейчас вот это. Вот это. Это продать все надо, пофиг. О, ничего себе. Эффект остался. Ты не можешь прыгать, если у тебя перегруз. Я пока похаваю здесь, ты не против, да? Значит, надо запомнить, что он 25 прибавляет. Ухо половца. Заберу. Дальнобойную заберу. О, кольчужный коев, ничего себе. И мягкий коев. Саблю заберу. Я не уверен, что она мне нужна, конечно. О, круто. 30. А у этого, у тесака. А что такое? Почему так? Что это значит? А вещи. Но здесь состояние 33. Не, мне вот это тогда не надо. Я выкину. щит. Считай, смотрю, нет этого уровня защиты. У него просто количество хп есть, которое тратится, видимо, при блоке, и все. Тогда я выкину, мне не нужен тоже. Ранище 150 я оставлю, охотничье 80. Дальнобойная 110, дальнобойная стрела 110. Ладно. Охотничье оставлю. Половецкий лук. Или половецкий. 62 урон. Я его возьму. Лучше. Улучшенная охотничья стрела. Блин. Давай вот так сделаем. Чуть-чуть освободим. Койф вот этот оденем, который получше. Мягкий койф, да? Который 9, да? Дает защиты. А у меня что было? А, у меня панский кольчужный. Нет, не панский кольчужный вроде. А, у меня стеганый койф был, там вообще 3. Все, тогда четко. Дешевый надо выкинуть. Чтобы освободиться чуть-чуть. Хотя я с пригрузом пойду, пофиг. Звуки лошади какой-то. Ладно, давай отвяжем тебя. Ударил такой. Индра? Ну и чё? С тобой поговорить должен. Я прикажу поставить тебе памятник из бронзы. А где ты был все это время? Да так, собрал ягод, выпил, вина, вздремнул. Да, я так снарягу с них собрал. Это менеджмент, это называется. Я бы сказал, скорее, чуть девственности не лишили. Эй, холоп, не смей так разговаривать с благородным. Извините, извиняемся. Рад, что у вас все ладно. Да я тебя дразнил, болван. Спасибо, что выручил. Не за что. Честный говнюк. Ты прав, эта половецкая свинья меня задела немного. Да и моя лошадь скакала. Тебе придется меня как-нибудь доставить домой. Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше. Кто знает, сколько еще лиходеев тут бродит. Нам пора. Хватит с меня приключений. Логично. Так, у нас сейчас перенесет, да? Угу. О, мы вернулись. Это пан Птачек. Все сюда. Ты, помоги ему. Короче, мы кое-как пешком оттуда доковыляли. Обратно в Ратай. Выиграть турнир, если можешь, провально. Ну, я не собирался, в принципе. Как мы допустили это рацию? Эти ублюдки, это такое не от замка. Нужно выставить больше дозоров. Это всего лишь миля? Офигеть, такое чувство, как будто я там полмира прошел. Заходи. Я бесконечно благодарен тебе, Индрих. Если бы не ты, Ян погиб бы. Подумать только, я ведь хотел вас обоих так наказать. Я выполнял свой долг вам. Не скромничай, Индра. Ты проявил не только мужество, но и верность своему пану. Я беру тебя к себе на службу. Пан, я благодарю, пан. Давай выпьем за твое повышение, за выздоровление пана Яна. Не стой столбом, разлей вино. Давай выпьем, ну давайте. Пана, прошу прощения, у меня срочные вести. Что там еще? Из Нойхофа прибыл конюх. Говорит, сегодня утром на конюшню напали. Многих покалечили и убили. Курва. Расскажи подробнее. Сам не знаю, конюх так трясся, что едва мог говорить. Он сказал, что разбойники убивали для потехи. Мне жаль, пан, но ваш вассал пан Смил погиб. Кто это сделал? Кто они? Мы не знаем, пан. Конюх все твердил про гигантов в черных доспехах. Он был у них главным. Возьми людей, сколько нужно, и не останавливайтесь, пока не найдете этих ублюдков. Несите мне их голову. Будет исполнено. Мои люди в твоем распоряжении, Гануш. Спасибо, друг. Пан, позвольте мне ехать с ними. Он храбрый малый. Их вожак должен быть, кто он напал на меня с колец. Может быть, чтобы во всем королевстве нашелся второй такой же. Думаешь, мой меч еще умрет? Сотник тебе не мешает. А как прикажете, пан? Как скоро ты сможешь выступить до этого? Только успевай. В общем, мы отправляемся с ними вместе с Бернардом и людьми Гануша, чтобы найти этого мужичка, который убил вассала Смила. В общем, на этом мы, наверное, закончим пока что эту серию. Потом я сбегаю, проведу небольшой итем-менеджмент, так сказать. Пораспродаю всякую ненужную дребедень из инвентаря. Оставлю только то, что нужно. И в следующий раз начнем, продолжим, точнее, прямо отсюда. Все. Всем, кто смотрел, спасибо. Увидимся в следующей серии. И да, кстати, с наступающим Новым годом!